Добрый день, уважаемые жители республики. Текущая ситуация по распространению коронавирусной инфекции в республике остается напряженной. По данным территориального органа Роспотребнадзора республики, на 26 октября выявлено 277 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 140 в городе Якутске, в Вилюйском районе 13, по 12 случаев в Валданском, Амгинском, Хангаласском улусах, 11 случаев выявлено в Мегино-Кангаласском, по 9 случаев в Намском, Тампунском, Усть-Алданском улусе, 8 случаев в Мирнинском. От 1 до 6 случаев зарегистрировано в 10 районах республики. Указом главы Айсена Сергеевича Николаева с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно установлены нерабочие дни с сохранением для работников заработной платы. В указанный период будут работать только предприятия жизнеобеспечения, непрерывно действующие организации, медицинские организации, промышленные предприятия, обеспечивающие медицинские организации кислородом, аптеки, объекты торговли продуктами питания и товарами первой необходимости, предприятия общественного питания, учреждения культуры и гостиницы. Организации торговли могут работать при применении дистанционного способа продажи товаров, оказания услуг в электронной форме. Фудкорты могут работать только при реализации готовой продукции и доставке потребителю, а также продаже на вынос. Допуск граждан в учреждения культуры и предприятия общественного питания будет осуществляться по QR-коду вакцинированного или переболевшего, а также при наличии справки или наличии медицинского отвода от вакцинации и отрицательного ПЦР-теста, который получен не позднее 72 часов. Дети до 18 лет могут посещать учреждения культуры только при сопровождении взрослого с QR-кодом. Для детских садов, школ, организаций дополнительного образования и спортивной подготовки объявляется каникулярное время с 30 по 7 ноября включительно. В детских садах будут работать дежурные группы. В соответствии с указом вводятся новые ограничительные мероприятия. Граждане в возрасте старше 60 лет, не прошедшие полный курс иммунизации против новой коронавирусной инфекции, обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. Работодателям рекомендуется перевести на дистанционный формат граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, на 4 недели для иммунизации. С 8 ноября 2021 года предприятия общественного питания будут работать с 6 утра до 23 часов. С 8 ноября 2021 года вводятся требования о допуске в торговые центры по QR-коду вакцинированного или переболевшего.